зверобой. По легенде, эти цветы выросли на том месте, куда падали капли крови с головы Иоанна Крестителя. Зверобой собирает в начале цветения, когда распустилась часть цветков, а остальная часть в бутонах. Не допускается сбор травы с коробочками. Но если таковые имеются, то их нужно оборвать. Определить зверобой просто. Надо взять цветки и потереть ими кожу. Кожа окрашивается в фиолетово-красный цвет. Недаром в народе говорят, зверобоем 99 болезней лечат. Начиная с головы и до пяток. Начнем мы с головы. Здесь у зверобоя есть как чисто лечебный эффект. Препаратами из него моют голову при экземах, особенно мокнущих. Так и чисто косметический. Зверобоем окрашивают волосы. При этом волосы приобретают чуть красноватый оттенок. Траву применяли при гнойных заболеваниях глаз, бактериального происхождения. Отваром зверобоя промывают глаза. При насморках, особенно затяжных, масло зверобоя закапывают в нос. А отваром зверобоя промывают носовые ходы. Для закапывания в нос концентрированное масло разводится еще раз растительным маслом, лучше оливковым. Зверобоем полощут рот и горло при гингивитах, стоматитах и ангинах. Для полоскания рекомендуется на полстакана теплой воды 20-30 капель настойки. Настойка зверобоя, благодаря своим уникальным качествам, используется при лечении дисбактериоза, особенно в его начальных стадиях. Чай добавить несколько капель настойки зверобоя и пить его 3 раза в день. Зверобой применяется при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, гипосекреторный гастрит, особенно со снижением ферментативной активности, заболеваниях печени, таких как гепатит, желтуха, холецистит, холандит, лимблиоз, в заболеваниях поджелудочной железы, особенно воспалительного характера. Из зверобоя делают настой. Применяется зверобой и при лечении геморроя. Причем как наружно в виде сидячих ванн, так и внутрь.